Мальчишки летом делают то, что и должны делать дети. Целыми днями проводят время на улице. На велосипедах они могут кататься, да, хотя это как бы тут же маленькие дети. А им негде просто. Больше, да. Это единственная точка притяжения. На самокатах, на роликах, да, они все здесь. Но здесь у нас приходят мамочки с ребенком на колясках, дети, которые только ходить пошли. Современная детская площадка появилась в микрорайоне Поречья по губернаторской программе и стала местом притяжения всех. Здесь и годовалые малыши с подростками, и самокаты с велосипедами небезопасно. Проблему могла бы решить отдельная спортивная площадка, которая зимой может становиться катком. И она даже имеется, но давно, безнадежно, морально устарела. Депутаты взяли вопрос на контроль. Надо посмотреть, как откадастрировано вот это пятно. Да, если да, есть да. возможность, например, вот сюда, вот я думаю, что есть возможность расширить. Вот туда. Туда. Вот до опоры. Наверняка опору никто не будет. Ну, в принципе, место тут нормально. Поречье – старый микрорайон. Живет тут около 1000 человек. Детей много, но и пенсионеров достаточно. Всем нужна возможность проводить время на улице. Для этого нужны общественные пространства. И скамеечки чуть ли не на проезжей части этой задачи не решают. Люди преклонного возраста обратились с такой просьбой, чтобы не только для детей было место, где они могут вместе собраться и ну, просто бабушке посудачить, там, дедушке поиграть в домино, или ну, нет такого места. Пожалуй, жители на работу местных коммунальных служб не реагируют на протекание канализации в жилых домах должным образом. Депутаты пообещали обратиться к профильному заместителю главы округа, чтобы мотивировать сотрудников сферы ЖКХ выполнять свою работу лучше. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».